Я сейчас нахожусь на турбазе «Дом рыбака», который принадлежит национальной туристической компании Якутия. Здесь несколько домиков, здесь принято отдыхать семьями, начинается сезон, и сегодня мы порыбачим и посмотрим, что здесь находится еще. Оторваться от городской суеты можно на турах выходного дня в «Дом рыбака». Национальная туристическая компания «Якутия» предлагает жителям и гостям города отдохнуть на собственной базе в живописном месте. Трансфер НДК «Якутия» доставит вас на причал. Если у вас есть свой транспорт, то его можно оставить на охраняемой парковке. Затем на катерах вас доставят на территорию базы отдыха. По пути вы полюбуетесь рекой Леной, а затем предстоят небольшие физические упражнения в виде подъема по лестнице. Но поверьте, это того стоит. Сверху откроются прекрасные виды на Лену. Турбаза «Дом рыбака» была основана в 2011 году. В июле месяце начала принимать туристов. В июле месяце. Наша база размещает более 140 людей. Это вместе с палаточным городком. То есть палатки устанавливаем. Прям много народу. Да? Сейчас у нас сезон начался. Начинают туристы прибывать, им здесь очень нравится. Если тепло, то купаются люди, да, катают. Мы катаем на водных лыжах, на бананах. То есть, да, такие развлекательные есть. Бильярд, там, теннис. То есть, досуг у всех разный. Кто что хочет, то есть. Рыбалка еще есть? Да, рыбалку тоже организовываем. 1700, это в эту стоимость и трансфер входит, проживание в домиках, постельное белье, электричество там, да. Посуда, мангальная, костровая зона, то есть. И люди с собой только питание берут, в основном. Большой гостевой летний домик «Щука», он рассчитан на 30 мест. В верхнем ярусе располагаются уже таежные дачи семиместные, там десяток домов, потому что есть также домики типа «Тугунка», «Ёршика», они на четверых. Выделены у каждого домика есть своя костровая зона, беседка. Вот сейчас мы сидим как раз в прекрасной беседке. База специально сделана, чтобы стал доступным отдых, так называемый тур выходного дня, когда человек даже летом работает в будни и хочет немножко отдохнуть от городской суеты. И вот идеально, мне кажется, и по инфраструктуре, то есть буквально час езды, и вы уже приезжаете на базу. Отдохнуть от городской суеты, тем более у нас красивейшие пейзажи, с выходом прямо на величественный берег реки Лена. Отдыхают в основном, конечно, горожане, и также туристов, гостей иногородних мы тоже так же зовем на нашу базу.